тротуаре машинку оставили. А, извините. Да, здесь тротуар, здесь нельзя на машине ездить. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на тротуар заехали. Да, я знаю. А на тротуаре у нас можно ездить на автомобиле? Ну, судя по всему, можно. Что? Судя по всему, можно, раз и ездить. Нет, все нарушают. Уберите, пожалуйста, автомобиль с тротуара. Куда мне его поставить? Туда, где это не запрещено. Ну, порекомендуйте мне, куда мне его поставить? Во дворе можно поставить. Убирайте, пожалуйста, автомобиль. Наша дискуссия может долго затянуться. Поставите, приходите, пообщаемся. Не хочу я убирать, я хочу здесь постоять. Тогда письменную претензию получите, раз устную не понимаете. Давайте письменную претензию от кого? От вас? От нас. Хорошо. Вы действительно хотите? Это ваш автомобиль не украсит. Да, мне, как это сказать, не по***. Мне нужно зайти в магазин, мне нужно пройти. Так зайти, не заехать, вот именно, в этом-то весь вопрос, да. Понимаете? Да, и после этого мне нужно зайти домой, вот туда вот благополучно. Вот. Там машину ставить некуда. Вот, например, место. Убирайте автомобиль, пожалуйста, с тротуара. Да не хочу. Ну, тогда получите стикер. Мужчина, если не уберете, получите второй. Да хоть всю машину обклейте. Можем, но не хотим. А что так? Это крайняя мера. А что так? Это крайняя мера. Ну, так развлекайтесь, я все-таки в магазин скажу. Ну, тогда вторую получите. Это да, я буду быстро на клее. Хорошо. Клей вторую. Здесь не ездить, не парковаться нельзя. Здесь тротуар. Здравствуйте. Добрый на тротуар вечер. Заехали. А? На тротуар заехали. Ну здесь все стоят всегда. Ну, все нарушают. И в общем здесь знаков нет. Вот такая. А история. На знаки на тротуарах не ставятся, потому что здесь автомобилей не должно быть. Знаки а у нас ставятся. Больше места нету, ну просто-напросто, чтобы вы посмотрели. В 50 метрах можно поставить, пройти с пешочком. Но нет. Не на тротуаре. Почему не у краю проезжей части? Там тоже места не было. Ну вот, пожалуйста, одно стоит прямо перед вами. Ну вот я переехал, о, как, вот, как раз таки, смотрите, я в окно увидел, пошел как раз таки перепарковаться, совесть замучила, я такой выхожу, думаю, дай-ка перепаркуюсь. Вот, пожалуйста, покиньте тротуар и вот, перепаркуйтесь. Все. Да, стоп, Ханес ПБ. На Каен-то что не нацепили? А у нас цель не нацепить наклейку, а у нас поговорить сначала, ну, преждевременно. Ребят, вам реально делать нечего, раз жена вот дома, видимо, не нечего. Дает, вам вот нечего. Так надо. Нечего. Здравствуйте. В смысле, что хотела? Ну, почему на ты? Вы куда едете? У вас я правила... хочу машину поставить. А у вас права есть? А что вы мне хотите проверить? Вы ГАИ? Ну, видимо, вы не знаете а правила дорожного ГАИ? Движения, потому что вы заезжаете в данный момент на тротуар. И что? По всем признакам. В смысле, что? И что дальше? И у нас парковка везде обозначается знаком парковки. Вот. Ну, пересдайте права. У вас... Ну, идите так, скажите своему сыну или дочке, там, кому-нибудь. Ну, не со мной так разговаривайте, ладно? Давай, иди. Ну покажи. Я могу. А вы что туда здесь ходишь? Мне онлайн можно пройти. Забрать. Встретимся в суде. Конечно. Я вам разрешение на свое фотосъемку. Только вы смотрите, только когда вы что-то утверждаете, будьте уверены в этом. Я вот вы сейчас говорите в суде, и что это даст? Вы просто попробуйте. Я вам. Потому что по закону можете снимать вообще в своем месте кого угодно. Знаете? С моего разрешения. Не с вашего, с а моего. Просто. Мужчина, уберите машину с тротуара. Мужчина, уберите автомобиль с тротуара. Здесь тротуар, здесь на автомобиле нельзя ездить и парковаться. Конечно. Ну, как видите. Не, здравствуйте, а вы по тротуару катаетесь? Я вот, мне нужно, короче, доставку сделать, уважаемый, честно. Вот. Самокат, доставка. А как мне подъехать туда, скажи? Ну, смотрите, оставляете машину согласно правилам дорожного движения. Это либо с краю проезжей части, либо во дворе, там, а где не будете мешать. А вы что по тротуару можно ехать, короче говоря?
можно подъезжать для обслуживания торговых предприятий, все, которые непосредственно находятся на тротуаре и не имеются других путей подъезда. Все. Какое так торговое предприятие вы обслуживаете? Так есть. Какое торговое предприятие вы обслуживаете? Вот самокат, доставка самокат. Интернет-магазин самокат. Где он здесь? Если бы вы, например, приехали, там, например, обслуживать какую-то вот аптеку, либо вот магазин колхоз, там вот привезли коробку. Так и есть, вот сумочку видите, да, внутри. Вы привезли доставку. Есть. Большая разница. Одно дело, когда вы обслуживаете какой-то магазин. Другое дело, когда вы осуществляете доставку. Что? Что он сказал? Вот вы вот задерживаете вот здесь вот, и люди, итак, короче, знаете, мужчина, вымораживаются, короче. Да, вы уезжаете, пожалуйста, с тротуара. Где заезжали? На дорогу. Где заезжали, туда и возвращайтесь. Я машину поставлю вот здесь. Я вам объясню аккуратно, как человек. Аккуратно, нельзя. Вот вы зачем, короче, на видео снимаете, то все здесь, короче. Правила дорожного движения нарушаете, мы снимаем. Почему вы не знаете правила, значит. Да? Не, ну, можно здесь ехать. Я тебе должен отчитываться, что ли? Ты мне не должен, я тут. А в чем проблема тогда? Ну, не проблем нету, все. А что, зачем? Не, зачем? Я вам по-людски объясню. Ну, мы тебе по-людски сказали. Вы зачем, короче, на видео все снимаете? Потому что имеем полное право на это. Я что, короче, ехал на большой скорости? Или я какие-то... Какая разница? Вы уже двигаетесь по тротуару. Большая, небольшая, без разницы. Хорошо. Дальше, вот я объяснил вам аккуратно, отъехал, да? Я тоже аккуратно вам вежливо объяснил, для почему чего? Вы для не можете двигаться по тротуару. Потому что на это мы имеем полное право. Вы имеете полное право? Да. Вы здесь еще до скольки будете? Пока не надоест. Да? Ну, час-полтора же будете вы здесь? Будем. Час, да. Хорошо. Эй, еще раз подъеду. Я тебе приколю, что почем, пучок ведешь. Если заедете на тротуар, то сразу без какого-либо разговора получите стикер на лобовое стекло. И что дальше? В качестве нашей письменной претензии. Хорошо. Ты, короче, знаешь, людей провоцируешь, я не понял, или что? Это вы сейчас провоцируете меня. Я не провоцирую. Вы зачем меня снимаете на видео? Потому что на это имеем полное право. Вы здесь стоите, короче, как люди, да, вот объясняют, что почем. Ну ладно, хорошо. Вы зачем на видео снимаете, я не могу. Имеем на это полное право. Право? Да. Не, мы еще конкретно разберемся же. Вот от этого вам хорошо не будет, поверьте мне. Смотри, камеру снимает здесь, короче. Какая разница, имеем на это полное право. 152-я статья Гражданского этого, кодекса. Ты не делай этого. Что не делай от этого тебе плохо будет. Чего я тебе говорю. Что вы взяли? Вот я тебе говорю, что от этого тебе хорошо не будет. Вот да мне без слова. Разницы, кто вы хорошо, такой. Хорошо, я вас услышал. Уберите этот кусок. Отвечаю, пожалеете, я вам серьезно говорю. Я вот конкретно вот сейчас вам объясняю, вот Байджу, вот это их просьба, короче, убери этот момент. Нет. Не убирайте, да? Нет. Меня, короче, если где-то покажу, я тебе Аллахом Всевышним клянусь, жесть, тебе хуй будет, жесть. Я тебе обещаю. Ютуб-канал StopHam SPB. Вот, короче, вот. Вот, видео. Вот, всех буду я тоже снимаю. Вот тебя конкретно буду жить. Понимаешь? В YouTube канале он тоже будет. Вот его тоже поснимаю, короче. Красавчики здесь. Вот это вообще красавица, короче. Вайди. И что дальше? В YouTube покажете? Обязательно. Вот, покажи, вот это тоже покажи. Вот. Вы герои жесть, я вам скажу. Я сюда подойду еще. Вот с тобой лично я поговорю. Очень хорошо. Я просто, это самое, видите, Сбербанк, написано, что здесь Сбербанк, вот в этих домах. Да. Так, дальше что, я просто связи никакой не вижу. А чего вы мне снимаете? Потому что это тротуар. Я понимаю, что тротуар, я просто так. Хотела напротив перепарковаться и пойти в Сбербанк. Тогда почему вы нарушаете? Что я нарушаю? Правила дорожного движения вы сейчас нарушаете. Как вы думаете, где вы сейчас находитесь? Нет, я понимаю, что я на тротуаре нахожусь, но ситуация в том, что мне нужен Сбербанк. Это банкомат Сбербанка. Значит, он там есть, да? Или где? Не знаю. Я не являюсь сотрудником Сбербанка. Я являюсь гражданином, поэтому я прошу вас
убрать свой автомобиль с тротуара и либо как все в пробочку, либо припарковать его по правилам дорожного движения и уже спокойно на ногах дойти до Сбербанка. Так а где мне ее припарковать? Там, что ли, на улице? По правилам дорожного движения. Детям помогите, животным помогите, чем вот этой х**ой заниматься, молодые, здоровые, вообще что, люди. Слушайте, а что вы не на работе, вот скажите, я? Вы пошли по делу позвонять. Я инвалид третий. Хорошо, дети тоже людям помогаете, что вы просто помогите мне, в конце концов. А я вам должен помогать? Да, помогите. Чем вам помочь? Ну вы раз, чем вы занимаетесь? Вас до дома донести или чем вам помочь? Да вот мне заставили идти, хорошо. Идите, пожалуйста, я же смотрю, вы умеете. Вы понимаете, вы сами храните. Чем я вам? Вы храните. Чем я вам? Вас. И что? Вы со мной как разговариваете? А вы как со мной разговариваете? Подошли, начали орать на меня. Да потому что вот они меня сейчас заставили. А не надо мне, потому что. Вы сначала научитесь других людей уважать, а потом уже требуете уважения вас, к себе. Вас уважать никто не будет. Да и за вас такое никто поведение, не будет за такое понимаете? Поведение. Так что можете продолжать свой путь, я вас не задерживаю. Свободно. Здравствуйте, на тротуар заехали. Будьте любезны, обратно. Только в проезжей части можете припарковаться или во дворе. Насмотрелись, посмотрели. Снимали.